Научись, молодой человек, тяните билет. Лет-то мне уже, батенька, восьмой десяток пошел. Билет, говорю, тяните. Тяну, батюшка, тяну. Билет номер 3. Как можно определить понятие парламентская демократия? Итак, пожалуйте отвечать. Але як-то эст. Жребий брошен. Ну, ты слебезнейший. Ну, виноват, батюшка, запамятовал. Это склероз. Отдавай мило, вместе полный. Это глава хорошо советовавшая. При всем уважении к вашим сединам, молодой человек, подсказывать не имею права. Так что прошу вас, милейший, прослушать 9-й раздел нашей программы.